беги прямо за кусты и подходи. Пошли, быстрее. Не спешили, залезли. Кто тут планирует? Сегодня у нас 5 августа 2015 года. Вот какие-то чужие машины. Все началось, подеет, узнает. Добрый день. Там горчина? Да? Там нужны озера. Здесь озеро, или хочешь за озеро? Такого такого нет. А где она на карте? Покажи. А тут не карта. Вдоль железной дороги. Такого озера нет. Даже как оно выглядит по-другому. Я тоже смотрю. Надо приятно. А что на этом озере? Рыба это. Сучка. Тут вообще озер какие-то. У нас краска поменялась. А когда она вам на почву, а тут вообще проезда-то и нет. Это наши там знают, там обратно. Это надо обратно через деревни, дороги, это не важно. Да, да. Правильно, да. А вы просто, наши там прохода нет. А это еще обратно на выезде там есть? У меня по навигатору там Ермачиха дальше. Да, вообще вот прямое направление. Ну там ладёра же, да? Вон день, вон это элеватор проще. Вон. Это элеватор проще. Так, а нам куда надо? Дороги не видно. Одна дорога, вот тоже железная дорога. А вы потом сейчас обратно надо выехать? Обратно, вот сейчас прям там на деревне, там через дорогу стоит. Вау, да? Тут маленько надо не так, вот так прямо проехать, прям через деревню. И там увидите направо. А, где там байс? Нет, далеко справа. Тут ближе. Вот комбайн в стороне, а вам уже прямо вот так вот проехать. И направо там. Я вот это направо полно. Вот железная дорога идет. Вот той железной дороги. Спасибо. Геннадий Иванович, а у вас визиток нету с собой? Так, минутку, подождите, я вам. Сколько интересно. Вот. Утреннее, сегодня 5 августа. Ну, утром еще 6 часов. Сейчас я посмотрю, поточнее сказать. Откуда они всех? Под стекла соседней деревни. 6 часов 13 минут утра. Я еду. Я пораньше поехал к вам за кормом для собак. И гляжу, 3 машины. Я подумал, что наши деревенские уезжают и зачем-то заехали посмотреть, потому что здесь, может быть, сено, что-то такое. Даже не сообразил, что. Но у меня подозрение такое, что все-таки на охоту. Они поехали правильно, как я им сказал. Подстёкнуто наши соседи. Такую рань поехать. Я, конечно, спугнул. Женщина побежала за копну, а я тут еду, она меня увидела. Ну и вот что они там? Озеро. А что он спрашивал на озере-то? Не знаю. Что там на озере? Какое-то озеро. Такого озера даже нет. Не на рыбалку же поехали они. Не знаю. Сегодня надо
Договорился я вчера с Андреем, что ему Володя Устинов все-таки уговорил его, дает пилу, механическую пилу. Подготавливать плотину надо для плотины там. И большие деревья, которые склонились, а бульдозеру не пройти. Ну, к 9 у меня там надо уже ждать, взять ломы и тележку, лопаты, мало ли что там надо. Надо посмотреть эти, где бобры нарыли огромные норы, надо успеть маленько обрушить их. Если бульдозера придут, бульдозер один или два, не знаю, как договоримся. 36 тысяч за доставку бульдозера или 32 тысячи. Вот. Ну и вроде бы нашли работу, за каждый час 1500 платить. Если в день он работает, 15 тысяч отдать за машину работать. Ну, выбирать-то нечего больше. Какая машина? Только гусеничная, я говорю, только. Алёша звонит, узнает. И вот сейчас в 9 пойдем, если мы туда, то надо подготовиться, взять два лома на тележке увезти. Если же будет он дерево валить, ну перепилить, чтобы эти чурки-то большие, сутунки-то свалить с насыпи. Работа-то не маленькая там будет. Если большая техника, то что-то сделано. Ну не делать ничего, ничего и нету. 24 года стоит на месте, плотина не работает. И там одна ряска. Но там, говорит, родников нету. Но когда поднимается уровень воды рядом находящемся озере или на пруду, тогда и уровень родников поднимается. Они могут пробить. Раньше там, когда деревня-то была, Молоканиш назывался, Молоканка рядом была, этот пруд, то там не высыхало. Вот на нашем почему не высыхает, где лагерный пруд теперь. Там родники. Родники все время дополняют. И здесь рядом вот родники. Все лето жаркое, а уровень стоит один и тот же. Значит, добавка идет. Видишь, вот ночью. Вчера мы вышли. Потеряевская молодежь. Уже без 10 было. Я им сказал, вот мы были в Краснодарский край, везде большие надписи. Дети после такого-то времени должны появляться. Почему? Теряются. Едут три машины. Вчерашние, они бы их сгребли мигом, даже пикнуть не успели. Ну и даже услыхали бы, они закричали, а еще кто вы? Даже на улицу никто не выйдет. Что родители не знают, что дети здесь? Сегодня батюшке я скажу об этом. Там совсем даже маленький пацан, еще они ночью шарятся. Ночью только надо спать и молиться, больше ничего нет.